Ой, доброе всем утро, день, уважаемые друзья. Ужасающая, шокирующая история города Ефремова Тульской области, Россия. Я волонтер бездомных животных города Ефремова. Твори добро, Наталья. Сегодня утром мне поступил звонок в районе 10 утра, где моя знакомая девушка просила помощи. Ее муж, который за чертой города кормит бездомных собак, в очередной раз, поехавший туда покормить своих собак, увидел их совершенно в другом месте и, остановившись, спросил: «Вы что здесь делаете?» На что собаки по тропинке повели его, как что-то типа леска. Вот, и он увидел большую бетонную плиту, щебенку и большой бетонный бункер, откуда выглядывало вот это милое рыжее создание. Люди, это шокирующая история дружбы четвероногих друзей, которые за своего друга, нуждающегося в помощи и в поддержке, в людской помощи, привели человека к своему другу. Смотрите. Так, на-на-на-на-на-на. И где у нас тут больной пес? На-на-на-на-на-на-на-на. Ребята! На-н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 а. На-н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 а! Ребята! На-н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 а! Где у вас больной песик? Ну, вижу одну собачку. Не бойтесь, не бойтесь. Так, ну собаки там есть, но достать я оттуда не смогу никого. На-на-на-на-на-на-на! Иди скорей! Не бойся! Не бойся, милая! Не бойтесь, моя хорошая, не бойтесь! Так, собака предположительно находится в бункере. Сейчас пойду за вкусняшками. Так, собачку я нашла. Вижу, она выползла. То есть это кобелек. Так, у него что за проблемы, я сейчас не могу сразу понять. Сейчас я постараюсь его. Так, не бойся, зайка. Так, ну собачку я нашла. Он подвыполз. Теперь бы основная задача мне его как-то поймать, оказать помощь. Вот. Господи. Одно очень все сложно. Вот, сейчас я пока выключу телефон, буду предпринимать попытки его взять на мясо, потому что кушать хотят все, может быть, он подползет. Ждите продолжения.
Так, ну все. Спасибо Лиде, ее мужу. Приехали, помогли. Вот. Ну, сейчас мы поедем. Клиника, конечно, у нас на сегодняшний день не работает ни одна. Поэтому пока что делать. Что предпринять, я пока не знаю. Да? Не бойся, мой зайка, не бойся, мой хороший. Кобелек, видно, молодой. Ну, будем, наверное, помогать и спасать всем миром. Так, извините за сумбур, да, собачку мы забрали. Получилось. Бетонную туда мы трубу засунули, палочку, и он вышел к краю. Поймали. Ну, конечно, прикусил он мне очень сильно руку. Вот, но самое главное, что изловили. Дальнейшие наши действия будут зависеть, наверное, от наших сборов, потому что я планирую договориться с ветклиникой, отвезти Мотю. Вот, и Мотя — это собачка, у которой срезан клок лица, ой, клок кожи на лице, извините, просто четвертый год, в год у меня по собаке-инвалиду, понимаете, и в этом городе эти собаки не нужны никому. Я только сегодня, потому что у нас опять пропало в городе очень много собак чипованных, стерилизованных. Простите меня за слезы, за сопли, за слюни. Уже просто нету сил, девочки, бороться одной. И никому это ничего не надо. Четвертый год у меня собака-инвалид. Я только отправила Жульку, вы все знаете, да? То есть в надежде, что помогут встать ей на ноги. И опять очередная собака, жертва, видимо, автомобиля. Как давно он здесь, не знаю. И нету больше сил. Нету больше сил смотреть в их бедные, несчастные глаза. Усыпить у меня просто не поднимется на это рука. Но не могу я это сделать. Пока мы едем ко мне. Сейчас все будет зависеть от того, насколько вы не останетесь равнодушными и насколько вы поможете нам финансово справиться, хотя бы отвезти собаку в клинику в Новомосковск, в Ветеру, чтобы понимать вообще, что у него. На улице дождь, у меня слезы. Просто реально иногда устаешь одна. Одна на все это смотреть, потому что в этом городе Ефремов никто никому не нужен, поверьте мне. Есть люди, да, люди, которые мне помогают, мои подписчики, им спасибо, конечно, огромное, которые у меня с первых дней со мной в Одноклассниках. Спасибо, девчонки, еще раз вам говорю большое. Хочу сказать большое спасибо моим подписчикам, кто подписался на мой канал на YouTube, будущим подписчикам, что вы со мной, поддерживаете в этой жизни. Я понимаю, что вот у таких собак решаются финансы, и от этого страшно, больно, обидно. Вот. Но мы сильные, мы будем двигаться дальше, справляться со всеми несчастьями, потому что морально сложно, ребят. За 7 лет я вот просто уже, честно, очень сильно устала. Простите за эмоции, за слезы, но я такой человек. В будущем не пугать, я все эмоционально выражаю через слезы. Может быть, так просто легче становится всегда на душе. Ну, в общем, едем. Пока едем ко мне. А дальше все будет зависеть именно от вас. Ну, а я уже сделаю все возможное, чтобы отвезти собаку в клинику и узнать, что с ней. Можно подключить... Так, не забрала я парня пока домой. Уважаемые друзья, тут уже это косточки все. То есть торчат вот это вот его, видимо, косточки. Раны глубокие. Видно, он уже не один день был в таком беспомощном состоянии. Вот. Бедный, как он выживал. Я не знаю, как он крепился. Еще как Господь, наверное, дает таким вот собакам, именно мученикам, как и людям, да, дает все-таки шансы, что их найдут, что им помогут и что их спасут. Сейчас обрабатываю я
ему лапку. Да, зайка моя. Моя зайка принесла, пока я домой его. Там у меня вот вторая девчонка тоже. Вчера снимали чип, потому что полностью загноилось ухо. И разошлись швы после стерилизации. Вот. Да, ты мой милый. Сейчас мы водички тебе дадим. Маш! Вот, зализывает свои ранки. Ну вот, лапка он как бы все равно еще в таком состоянии, но вот я смотрю, все равно у него есть чувствительность в лапе, понимаете? Значит, еще есть шанс, наверное, спасти эту лапу, потому что вот беру я ее, да, то есть он еще как-то вот может ей дергать, видите? То есть у него есть вот эта небольшая чувствительность. Может быть, и все-таки есть еще и шансы. Сейчас я обработаю, ребят, я просто... Дочка пошла заводной в одни руки, видите, видите? То есть под напряжением у него есть, видимо, может быть, изначально это было более в легкой форме, а сейчас уже просто, да, сколько он там терпел боль, бедный, сколько он испытывал все это один. Так, ну все, да, мазь намазали. Мазь намазали, водички попили, мазь всю слезали, да? Кожная мазь, да? Кожная мазь, ребенок. И ребенок мой, ребенок, господи. Да, сколько ж ты там выживал-то один, бедный малыш. Ой, ну все, не лежи, не надо, не надо, не надо слизывать мазь, не надо. Вот. Знаете, что вот говорю, уже четвертый у меня инвалид, да, ребенок. И говорю, господи, ну, ведь оставляет он им жизнь. Вот именно таким собакам часто Господь оставляет жизнь. Вопрос, для чего? И есть хороший ответ для нас. Чтобы мы в очередной раз показали свои человеческие поступки, качества. Открыли свою душу. Не боялись трудностей. И могли помочь вот таким остро нуждающимся собачкам. Ведь люди-инвалиды тоже живут полноценно. Дай Бог им здоровья. Есть люди, которые сдаются, есть люди, которые прут через моря и океаны. Даже спортсмены, паралимпийцы наши, да, замечательные люди. Таких очень много. Поэтому и вот такие, наверное, собаки. Кто-то из них, вот как наш Гамлет, он сдался, но потому что его выкинули в щенячьем возрасте. Он еще не понимал, что такое, наверное, бегать, что такое жизнь. А вот такие они просто выживают, борцы. И вот знаете, что интересно, уже у собаки торчат косточки, да, у него все равно есть, вы видите, какое-то вот движение лапки. Он пытается ее поднять. Может, это, конечно, нервное окончание задето, но... Значит, все равно чувствительность-то не-то есть. И именно в той лапе, понимаете, что удивительно, где у него уже просто торчат вот эти вот косточки. Это, конечно, это его кости, натуральные кости, которые, я не знаю, как там будут собирать хирурги, ортопеды. Вот, но это удивительно, да? Я назову тебя лисенок. Ты, наверное, будешь лисом. Рыжим лисом, который выжил в таких тяжелейших условиях. И спасибо, конечно, тем собакам, которые показали, что там вот есть ты, остро нуждающийся в людской помощи. И спасибо вам, что вы не проехали мимо. Я, конечно, вы знаете, у меня человек паника. Вот. Но паника, она проходит. И мы начинаем действовать. Спасибо вам всем. Уважаемые друзья, подписчики на моем канале на YouTube, будущие подписчики канала YouTube, кто увидит данный ролик, я очень прошу вас, давайте все вместе сплотимся и поможем лису снова встать на ножки или хотя бы помочь ему в операции. Мы очень будем надеяться на вас и на вашу помощь. Будьте милосердны, проявите сострадание к братьям нашим меньшим. Ведь он очень сильно надеется на нас. Спасибо вам.